Всем привет! Сегодня у нас 2 ноября. Приехали поглядеть озимые. В таком вот они состоянии на данный момент. Сеяли мы их 16 сентября. Сорт Гром. Так, сейчас посмотрим у нас. Так, считали всходы недели 3 назад. Примерно. Так, получили мы где-то 3,6-3,7 миллиона на гектар. Пшеница по пару. Погода у нас еще сейчас где-то вот днем плюс 10. Может до 12, ночью еще заморозков больших нету, ну около 0. Еще где-то вот, может, с недельку обещают такой погоды. Таком вот она на данный момент состоит.